В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы расскажем вам об истории стран Азии, Африки, Америки и Австралии. Я Наталья Скорбогата. Тема сегодняшней программы – Нед Келли, австралийская легенда. Вторая половина XIX века для Австралии была временем бурного развития капитализма. Практически неисчерпаемые ресурсы материка и щедрая помощь метрополии превратили австралийские колонии в одну из самых процветающих частей Британской империи. Но главным образом богатство это шло в руки тех, кто сумел им овладеть. И разрыв между бедными и богатыми в Австралии в 60-х годах XIX века был довольно значителен. Самая богатая верхушка австралийского общества составляла всего 0,13%, а 60% населения Австралии к капиталам отношения имели самое, скажем так, опосредованное. На это накладывалось и сложившаяся психология австралийцев европейского происхождения. Потомки каторжников, они ценили более всего свободу. Независимость от властей была символом австралийскости, так же, как и складывавшийся идеал товарищества в буше, в глубинке Австралии. К слову сказать, жизнь буша была очень нелегкой, и поэтому большинство переселенцев и большинство австралийцев стремились в города, которые стали сосредоточием жизни. Но, тем не менее, правительство Австралии решило, что без земледельческого освоения колоний развитие колоний было бы трудным и невозможным. И как раз в эти годы проводится попытка посадить людей на землю, превратить поселенцев в земледельцев. И из среды этих как раз людей вышел Нед Келли. Нед Келли, который стал последним бушрейнджером Австралии. Кто такие бушрейнджеры? Это типичный австралийский феномен. Еще во времена каторги беглые каторжники и люди, не сумевшие вписаться в колониальное общество, уходили в буш, то есть в глубинку Австралии, и занимались разбоем. Но в глазах простых австралийцев они были не просто разбойниками и грабителями, они были своего рода местными Робин Гудами. И в балладах о бушрейнджерах отразилось это несколько идеализированное понимание свободы и идеализированное понимание бушрейнджерства. Нед Келли подходил на роль вот этого народного героя практически идеально. Молодой, очень красивый, атлетически сложенный юноша, в общем-то, был еще и сыном селектора, того самого земледельца, который боролся за выживание на земле Австралии буквально денно и нощно. И плюс к тому он был ирландцем. А ирландцы в XIX веке для англичан были уже сами по себе символом бунта, протеста и полукриминальным элементом. Кстати сказать, эти его качества, эти его черты для многих в наши времена стали своего рода оправданием вот всех тех деяний, что он совершил. А как же иначе? Это был его путь изначально. Но надо сказать, что изначальный путь начался в 15 лет, когда Нед Келли со своим дядей участвовал в угонах скота. А когда его мать арестовали за подозрение в покушении на полицейского, Келли, его братья и друзья организовали банду, знаменитую банду Келли, которая наводила ужас на жителей колонии Виктория в 1860-70-х годах. Сначала они занялись просто угоном скота. Потом пошли нападения уже на банки и на отдельные поселки. На разбой ребята выходили, облачившись в железные доспехи. На голове у них был шлем, который, к слову сказать, весил 8,5 килограммов. Надо думать, что парни были недюжиной физической силой обладали.
И вот в этом вот железном облачении, которое призвано было как защитить от пуль, так и напугать жертву, выходили на небольшую дорогу и пользовались, скажем так, огромной популярностью среди простого населения Австралии. Не все им сочувствовали, и не все, скажем так, видели в них народных героев. И когда банда Келли убила полицейского, за ними была организована буквально охота, 8 тысяч фунтов стерлингов была награда за голову Неда Келли. Это огромная сумма, поверьте мне, колоссальная сумма в те времена, целое состояние. Тогда учитель из местечка Гленрован и подсказал полицейским все хитрости, которые придумали Келли и его товарищи, чтобы и в этот раз победить, обмануть полицейских. Засада Келли не удалась. Поезд, который они хотели спустить с рельсов, поезд, везший как раз полицейских для ареста Келли, уцелел, и банда, отстреливаясь, практически погибла вся. Сам Келли получил 28 пулевых ранений, был отдан под суд и повешен. Перед смертью он сказал, что не боится смерти. Не боится, для него это все равно, что выпить чашку чая. И последние его слова на эшафоте «такова жизнь» стали буквально лозунгом Австралии. Уже в 20 веке историки, которые сделали подборку документов об этом периоде, назвали ее почти цитатой из Келли «такова была жизнь». Но, как вы понимаете, просто бандитских выходок было недостаточно для легенды. Легенда требует нечто мистического. И вот здесь история Келли продолжается. Когда судья зачитывал приговор и сказал торжественно: «Я приговариваю вас, Эдвард Келли, к повешению, и надеюсь, что Бог простит вашу грешную душу». Ответ Келли был: «Ага, встретимся там вскоре». Ну, все решили, что это просто слова. Но через 2 недели после приведения приговора в исполнение судья Берри умер. И в глазах австралийцев дела Келли и его личность стали приобретать некий мистический оттенок. Даже то, что сделали с трупом этого человека, конечно, с одной стороны, вызывает ужас современных людей, а с другой стороны, добавляет вот этого вот колорита легенды. Голову Келли отделили от туловища, с нее сняли посмертную маску, она сейчас хранится в музее нынешнего штата Виктория. И из черепа сделали жуткий сувенир для одного из мелких клерков судебных. Тело же закопали на кладбище тюрьмы, где была осуществлена казнь. Теперь это музей. Теперь Келли вошел в бессмертие. И, пожалуй, он стал самым неоспоримым героем, национальным героем Австралии. Доброго! Смотрите программу «7 дней истории». Сегодня мы рассказывали вам об истории стран Азии, Африки, Америки и Австралии, а завтра вы увидите программу, посвященную российской истории.